Дальше двигаемся в Брахмастане. Если бы у нас вот здесь была стена, вот здесь, например, мы бы на нее вот отсюда тоже могли бы повесить зеркала. Отсюда нет, потому что мы бы смотрели в сторону оттока, но отсюда мы бы повесили, если бы у нас вот здесь была стена. Если бы у нас вот здесь была какая-то стена, мы могли бы тоже на нее повесить вот отсюда. То есть мы вот тут смотрели бы, и получалось, что мы смотрим на север. Давайте смотреть, если у нас зеркала оказались в отточных секторах. Первый момент, что они оказались в отточных секторах. Вот в этих. И второй момент, если они развернуты не в ту сторону. Такие зеркала, если они расположены в секторах оттока, неважно в какую сторону смотрят, мы стараемся их заклеить чем-то, чтобы убрать зеркальный эффект. То есть есть такие пленки, просто имеющие какой-то рисунок, просто их заклеить. Эту пленку потом можно будет снять, если вы, например, в съемной квартире. Если у вас в секторах оттока находится санузел или входная дверь, и вам нужно обязательно что-то разместить, потому что некуда смотреться, например, человеку утром надо побриться или там умыться и посмотреть в зеркало, что мы тогда делаем? Если есть выбор в секторе оттока повесить зеркало, но повесить его лицом в сторону притока, то есть вы смотрите в зеркало и смотрите в сторону притока, либо вы смотрите в сторону оттока, то тогда мы хотя бы его вешаем на стену, которая является, как будто бы вы смотрите в сторону притока. Ну давайте возьмем вот эту комнату, например, как условно. Если я повешу на вот эти стены, это будет смотреться в сторону оттока. Вот, если я повешу на вот эту стену, я вам буду другим цветом, чтобы вы специально не забыли, что это мы такое исключение как бы рисуем. Если я на эту стену повешу, то это будет смотреться в сторону притока. И это будет меньше зло. Или если я повесил бы вот на эту стену, тоже будет смотреться в сторону притока. То есть, если нам в санузлах или при выходе из квартиры что-то нужно повесить, мы руководствуемся этим правилом, что мы вешаем зеркало, чтобы мы смотрели в стороны притока, хоть это и отточный сектор. И вторым правилом, мы вешаем маленькое зеркало, маленькое. Это не метр на два, это маленькое. Это, например, там 50 на 50, 40 на 60. Это что-то маленькое, потому что это ваш отток, и не ухудшайте его зеркалами. Да, я понимаю здравый смысл, да, что-то нужно повесить, окей, вешайте. И вот в таком случае тогда корректируйте его тонировочной пленкой, или желтой, или бронзовой. А с вами был канал ArtVastu, и до новых встреч!